Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль ВАЗ-2110 2004 года выпуска, двигатель 1.5 16-клапанный, пробег на автомобиле 181 тысяча километров, тянет вправо, притом, говорит хозяин, началось это резко, непонятно как, от чего, руль отпускаешь, вправо тянет, я говорю, может развал, он говорит, на развал ездил, сделали развал, вроде все нормально, но вправо тянет, как я подозреваю. Единственное, что там может быть, это суппорт стал подклинивать. Сейчас снимем, посмотрим колеса, посмотрим износ колодок. И также у него меняли на этой стороне, на правой, а меняли ступичный подшипник. Может быть, из-за него там что-нибудь. Ну, поднимаем, смотрим. Поднял автомобиль колесо. Вот, пробую крутить, ничего оно не закусывает, нормально крутится. Также и со второй стороны. Это даже туже крутится, а автомобиль тянет вправо. Но здесь, может быть, от того, что она бита была, у ней вот эта ерунда. Здесь он 3 пальца, а здесь 4 пальца. Это просто примерно. Здесь от бампера также 3,5 пальца, здесь больше. А здесь даже 3 пальца не залазит. Колесо такое впечатление, что это назад, поэтому вправо и тянет. А как развал делали? Сейчас возьму диагонали, померю. Здесь вот похоже вот это ухо, удар в эту сторону у него был. Он даже видно сверху, оно как бы разорванное. И оно смещено относительно того, оно ушедшее примерно на сантиметр, даже вот по сайлентлоку, если смотреть, сверху он выгнутый. Я думаю, что у него из-за этого и тянет вправо. От чего танцевать? А вот дошаровую возьму от этого болта. Понятно, что это все примерно, но хотя бы примерно. По центру получается 62,5. Вот так вот сделал. Вот до этого болта 62,5. Здесь 63,2. Даже вот просто по примерной прикидке разница 7 миллиметров. Конечно, ее будет вправо тянуть. Или это ухо надо равнять, на место ставить. Или же надо балку переднюю вот эту поменять. Ну и здесь обломан штуцер прокачки. Заодно цилиндр сейчас поменяю на новый. Поставлю сухом. Ладно, снимаю колесо, ставлю-то новый цилиндр. А дальше надо ему менять балку. Снимаю шланг с кронштейна. Беру зажим для шланга. И пережимаю его, чтобы тормозуха с бачка не вытекала. Теперь сразу возьму, откручу два шестигранника. Шестигранник здесь на 10. Именно ладошку у нас цилиндру прикручивает.
Ну, колодки еще немножко походят, и их уже под замену надо. Теперь ключиком на 13 откручиваю сам тормозной цилиндр. Но перед этим ключиком на 15 подорву тормозной шланг. Ну и откручиваю цилиндр со шланга. Штуцер прокачки обломан. И обломан он уже давно. Надо было хозяину сразу колодки привезти. Потому что этим осталось совсем чуть-чуть ходить. Заменить их не проблема. Направляющие двигаются, но смазки в них мало. Добавляю смазки. Вернее, не добавляю, а меняю смазку. А тут все уже высохло. И внутри ничего нету. Здесь смажу фирмой Фэби смазкой. Также палец смажу. И одеваю на место пыльник. Советская техника, пыльник лучше заменить. В наличии его нету. А у меня ремкомплекта остались пыльники, и они очень похожи на восьмые. Правда. W834. Чё, их и поставлю. Одеваю на палец. И теперь одеваю. На скобу. Одеть отдел очень герметично, даже воздух не попадает.
Запущу маленько воздуха. Воздух запустил, все. На советском автомобиле будут японские пыльники стоять. Я одеваю пыльник. Все смазано, движется, и с новыми пыльниками. Беру новый цилиндр, накручиваю его на шланг, новое уплотнительное кольцо, медная шайба. И прикручиваю болты. Теперь можно снять зажим и прикрутить ладошку. Пистолетом только подтянул, а затянул уже от руки. Ну и подтягиваю тормозной шланг. Одеваю на место резинку на кронштейн на шланге. И откручиваем штуцер прокачки. Ключик на 8. Сейчас с жидкой самотеком побежит. А дальше мы вакууматором уже ее дотянем маленько. Вот она, жидкость побежала.
нажимаю на педаль тормоза, чтобы прижать цилиндр, и беру вакууматор. Нажал на педаль тормоза, поджал колодки. Теперь беру вакууматор, одеваю шланг на штуцер прокачки. И открываю сам штуцер. Жидкости я добавил. Тормоза прокачаны, ставлю на место колесо и на этом замену правого тормозного цилиндра переднего суппорта я закончил. А дальше хозяину порекомендую заменить балку и сделать опять развал, только в другом месте. Всего вам доброго!